the end. Beautiful friend. This is the end. Так а кто это? Как кто? Диби Капер? What do you think for my mama? Один из философов говорил, ты можешь смотреть вот прямо сегодня, но уже в завтрашний день. Для полного абсолютно. Абсолютно. В противном случае мотивация будет закрывать тебя от источников рога изобилия. Побегай off this plantain, off this monkey. Для чего ты здесь рожден? Ты же для чего-то вот как бы, да? What do you say for my mom? Вот вы видите, моя земля, 40 соток здесь. Никто не мешает, можно расслабиться и... Здесь на графике видно. Метал находится в седьмом доме. Плей-стриминг пошел вверх. Дауншифтинг, бусплейгинг, акваджампинг. Маркетинговые лады. Вот ты заработал, ты вот, заработал ты, допустим, заработал, что ты хочешь, а как это лох говорит, а мотивацию где будут брать? Деньги должны работать, вкладывай, поставил, пришел к Рональдини, открыл свой этот самый, там не попал. Но когда ты знаешь, что ты, когда не знаешь, для этого всего. Бабки. Реальные бабки. Когда ловешка к тебе приходит, ты... У людей чешется левая рука. У меня рука не чешется. Но для того, чтобы эту энергию эту притащить к себе, то есть настроить вот этим благородным... наделенным силой, растением. Вот левая рука. Вот это наше благородное растение. Что и следовало доказать, денежки придут. Я ж не хотел никогда вот этого социального... Вот этого, это сейчас жизнь заставила, потому что каждый успешный человек должен вести социальные сети. Какая команда «Одинокий волк» всех победит? Стадо воином быть не может. Один лидер, за которым идет стадо. 1% людей владеет всем. 99% людей – лох, понимаешь? И вокруг меня вот это стадо 1%. Я им даю бизнес-советы. Я ж в андеграундном поле самый первый. Меня ж все знают. Надо ощущать территории, прислушиваться. Что делать кузнечику? Кузнечик тоже находится иногда в яме. Но чтобы кузнечику выбраться, он прислушивается к происходящему. То есть что ему может мешать? Он прыгнул, ему может мешать листик какой-то другое животное какое-то. И что делать нашему муравью?
Муравей кто? Он трудяга. Муравей может поднять больше своего веса. Стань муравьем внутри себя. Ты одной рукой можешь взять этот мир. Медитация. Каждый успешный человек должен уметь это делать. А что она вам дает? Сил, знания приходят, концентрация. Ненужное отпадает, нужное приходит. И так потихоньку, потихоньку все оно и это самое, и... А как ты думал? Портал открылся. Практика глубокого расслабления. Ложитесь на спину так, чтобы вам было комфортно и ничего не мешало. Раскиньте руки на комфортном расстоянии от тела. Ладони смотрят в небо. Закройте глаза. Оставайтесь неподвижны в течение всей практики. Это мое место силы. О! Не. Да не, не оно. Мне как-то сон приснился, что я играю против Манчестер Сити. Как ты думаешь, что выиграл? О, сейчас пошло. Богом научись говорить. Почему я тебя не вижу? Почему тебя нет, когда ты так нужен? Где же ты? Ты! Пойду похаваю. Танцуй, глупая баба. It's not impossible. It's not impossible. This is not impossible. Трамп. По моим советам он президенту пошел. Это должно быть понятно как плоскоземельщиков, шароверов, 5G-веров. Трамп. Американская мечта. Ты что, американец? Зачем тебе яхта? Какой резон? Рестораны какие-то. С ресторана в Богу пойдет. Ло говорит, я хочу оставить все детям. Блин, ты детей своих сразу обрекаешь на провал жизненный. Миллиардерами стали уже. Ну и что, и какой у них тогда резон по жизни? А мотивацию где будут брать? Вот ты мне говоришь, ну возьми, ну приди, ну объясни. Я взял, пришел, объяснил. Знаешь, ты можешь
Ты можешь... Две тысячи четыре. Ну это так, для разминки. Ну что, друг мой, везде нас окружают знаки. Мы здесь видим много коробочек. Закрываем глаза и маним рукой. Чувствуем, где тебя понесла энергия. Идет энергия. Любовь вдыхаем. Благодарность выдыхаем. 19. Здесь у меня 7. Без маски не пускают. Идем. Это колесо фортуны. По пятнам можно определить направление успеха. Стремительная стрелка. Отсюда, видите, капельки уменьшаются, и стрелка чуть-чуть, хоп-хоп-хоп, успех вас, к вам пришел. Вы его искали, вы его звали, и он пришел прямо сюда, прямо здесь. Такая тема. Опытом хочу поделиться. Хочу поделиться опытом. Я достиг всего, что мне нужно было. Всего. Настал. Такая молодая, успешная могла бы быть, а? У меня очередь из клиентов. Очередь. Проходит человек. Хочу его научить так стать успешным человеком. Знаешь, люди вот зарабатывают себе копейки какие-то, возьму тут такую вот шняву. Будет машина больше? Давай, Мига. Меня это устраивает. Меня тоже устраивает. Если ты сам в себя не веришь, кто в тебя поверит? Сам для себя стань большим. Мысли глобально, действуй локально. Меня этот мир. I help this world. I help. Это место моей силы. Если вы хотите быть успешным, если ты хочешь выигрывать на ставках, как я, как из ничего сделать целое состояние, слушай меня, дебикапера, и бесплатные мои прогнозы. Подписывайся на канал, братуха, я тебе помогу. Если жизнь поставила вам капканы, слушайте Вселенную. Как вы думаете, что это такое? Для обычного человека это, конечно же, обычные мусорные баки. Вы можете себе представить, сколько людей сюда кладут свою энергию. С каждым кусочком мусора исходит энергия. Здесь мы подкрепимся.